Всем привет! Сегодня очередная распаковка посылки из Китая. В этот раз посылка, в очередной раз, точнее, она с AliExpress. И это официальный магазин, один из, точнее, авторизированных магазинов аксессуаров от компании Baseus. В нашем случае это чехольчик для iPhone 6, 6S, 4,7 дюйма. Давайте посмотрим. Я не знал, что привез курьер, поэтому просто заглянул, но саму посылку не распаковывал. Ну вот, собственно, достал с коробки, давайте разбираться. Сразу предупрежу, что здесь не iPhone, это макет телефона для примерки аксессуаров, это боевой макет. Я по нему прыгал, я чуть ли не по нему, я не знаю, что с ним делал, проверял вроде как закаленные стекла. В принципе, верный помощник для тестирование всевозможного рода дичи. Чехольчик вот в такой коробке. Чехол оригинальный, продает его магазин на AliExpress, авторизированный магазин от компании Baseus. Что здесь у нас есть? Какие характеристики? Во-первых, для 4,7 дюймов, а это у нас непосредственно для iPhone 6 и 6s, у нас емкость 2500 мАч. Сделан он из пластика и прорезиненного материала. Зарядка у нас 5 вольт 1 ампер, в принципе, это неплохо. Давайте посмотрим, есть всевозможные вот такие вот штуки в виде ОТК, для того, чтобы вы понимали, что телефон, смартфон, точнее, чехол для смартфона оригинальный. Открываем. Я доставку делал по России со склада в Москве, заняло это чуть больше недели, я уже об этом говорил. Такая коробка, которую, в принципе, можно вешать на прилавках в магазине и не париться вообще. Что у нас есть в комплекте? В комплекте у нас есть бумажки. Здесь у нас есть инструкция о том, как все-таки этот чехольчик у нас одевается. Показано, так нельзя, не можно, а так нельзя. Есть какой-то гарантийный талон или как это приветствие на китайском языке. В принципе, показывается, что, где, куда нажимать. Ну, это чехол, чем мы не разберемся без всего этого. К сожалению, засунуть этот смартфон, точнее, болванку от смартфона в этот чехол я не смогу, потому что здесь не настоящий Lightning, а здесь настоящий непосредственно Lightning. Что у нас внутри? Такой, знаете, немножко, ну, такой софт-тачевый, да, немножко софт-тач покрытие внутри чехла. И здесь также у нас есть инструкция, дублирующая о том, что этот так можно, так нельзя непосредственно чехол одевать и снимать самого, сам смартфон одевать и снимать с самого чехла. Battery case, в принципе, сверху, точнее сзади. Сзади это вот такая вот переливающаяся поверхность, напоминает нам калейдоскоп, матрицу, как хотите, так и называйте. Есть прорезь для динамика и, соответственно, камеры, какого в жопу динамика. Хотя, в принципе, может быть и динамик. Камеры, вспышки, все это сюда помещается, и у вас все хорошо работает. Один логотип Baseus, дублирующие клавиши включения, дублирующая клавиша регулировки громкости. Также есть разъемчик под прорезь под бесшумный режим. Снизу у нас дублируются прорези под 3,5 джек и сам динамик. Ну и непосредственно вход Lightning. Я знаю точно, что он поддерживает всю аксессуарику от компании Apple. То есть это не какой-то отдельный microUSB, а заряжает непосредственно Lightning проводом. Далее, сзади у нас есть вот такая вот наклеечка. Вы, скорее всего, ее видите. Просто написано «нажмите», и у вас чехольчик активируется и начнет заряжаться. Сейчас процент, скорее всего, 80, потому что здесь всего 4 грани. Я думаю, что 100, 80, 60, точнее 50 и 30. Как-нибудь так. Это я уже наугад сказал. Не знаю, на самом деле это так или не так. Если честно, я думал, что он будет толще. С одной стороны, не верится, что здесь 2500 мАч. Но многочисленные тесты, опять же, есть видосы на YouTube, которые говорят нам о том, что здесь даже чуть больше 2600-2700 мАч. В шестерке и в шестеске аккумулятор 1960-1980 мАч. От чего мы делаем выводы, что данный чехол, который выглядит неплохо, сможет подзарядить ваш iPhone 6 или 6s, ну, примерно полтора раза. Ну, или так бодрячком один раз, такой крепкий, хороший, чтобы 100% подержалось, скажем так, долго. Удобно. Почему? Потому что
зарядили вот такую штуку и поехали, может быть, в путешествие, ну, непосредственно на какую-то экскурсию или просто на учебу, на работу, куда угодно. Такие штуки всегда были актуальны и удобны. У компании есть непосредственно чехольчики у нас для всех моделей телефонов, в том числе для семерок. Они сейчас более навороченные, поддерживают беспроводную зарядку. Для семерок, для восьмерок все это круто, выглядит круто и непосредственно нужно и можно использовать. Также хотелось бы отметить, что здесь встроен магнитный держатель для того, чтобы вы могли закрепить непосредственно на торпеде или на воздуходуве, на дефлекторах воздуходува в своем авто, если вы автомобилист и пользуетесь смартфоном во время навигации или во время просто там разговариваете по нему, прослушиваете музыку. Выглядит прикольно, есть несколько расцветок, ну, собственно, черный – это классика и, как всегда, будет, наверное, полезно всем. Вам большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Я считаю, что такой чехол я смело могу рекомендовать своим пользователям, подписчикам, кому угодно. За него не стыдно. Все ссылки будут в описании, магазин проверенный, доставка по России, в общем, шик, блеск, красота. Ну, а знаете, как экономить, тоже все ссылки интересные будут в описании. И если вам понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить более новое и интересное. Конечно же, проходите в наш чат в телеге, там тоже весьма интересно бывает иногда. Все соцсети в описании, Инстаграм, там группа ВКонтакте. По желанию, как говорится, шер, репост и колокольчик. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.